Торжественная музыка, свадебный вальс, праздничное убранство. Ветеранам семейного счастья подарили возможность вновь почувствовать себя женихом и невестой. Они вместе больше четверти века, однако для многих это первый свадебный бал. У Ханифы Ибрагимовича и Нины Михайловны не просто брак-долгожитель. В этом году они отметили 65 лет совместной жизни, железную свадьбу. А железо, как известно, символ прочности семейных уз. Обладатели самого большого богатства. У них трое детей, пятеро внуков и шесть правнуков. Поделились, как прожить жизнь вместе, подобно Петру и Февронии Муромским. Друг другу нужно уступать, не скандалить, чтобы все было всегда договорено совместно. Любить, конечно. И любить друг друга. Всех благ и еще долгих лет семейного счастья собравшимся парам пожелал заместитель главы администрации Самары Игорь Кондрусев. Он тоже вспоминал свою свадьбу. С супругой они вместе уже 36 лет. Это очень теплый, очень хороший, очень добрый и символичный праздник. 29 июня 1979 года вот в этом именно зале я расписывался. У каждой из семейных пар своя история любви. Все семьи-долгожители уверены, для счастливой жизни и века мало. Дарья Трофимова, Станислав Левин, «События».